Я хочу поделиться своим мнением о религиозных людях, такими, какими я их вижу, на основе своего опыта взаимодействия с христианами различного толка, с иудеями и мусульманами. Для меня религиозные люди делятся на верующих и верунов. Вот верующие люди – это люди, которые лишены эгоцентризма, которые думают о других, которые стремятся другим помочь, для которых вот истинный смысл веры и служения Богу состоит в служении ближним, другим людям, даже тогда, когда они специально об этом и не просят, но нуждаются, явно нуждаются в помощи. И вот таких людей, прекрасных, верующих людей, очень и очень мало. В свою очередь, вот эти верующие люди делятся на интеллектуальных и людей простых, таких вот работяг, но с огромным сердцем, с большой душой. И это замечательные люди. В своей жизни мне такие люди, верующие, встречались. Я этому очень рад. Вот. Ну, а кроме верующих, вот большая часть набожных людей, религиозных людей, это так называемые веруны. Это люди, которые тоже делятся на несколько категорий. Для одних вера, религия – это способ реализоваться, реализовать свои какие-то наклонности, не очень хорошие. Некоторые любят заниматься нравоучениями, читать нотации, наставлять. Это люди очень требовательные к другим и не слишком требовательные к себе. Для них важна обрядовость, такая вот ритуальность и так далее. Другая категория верунов – это люди, которые используют религию для того, чтобы подняться по служебной лестнице. Для них государственная религия – это некий социальный лифт. И вот эти люди, ну вот я бы назвал их еще тартюфами, они используют религию в своих корыстных целях. И вот такая показная набожность необходима для них, чтобы удачно устроиться в жизни, вот как-то приспособиться и, в общем, получить то, что они хотят. Ну и третья категория – это вот попы, люди, которые к религии относятся профессионально, зарабатывают на этом деньги, занимаются самообогащением, и для которых религиозная организация – это способ самоутверждения и получение некоего авторитета в обществе. И вот, в принципе, такое достаточно циничное отношение к религии. Вот. Еще раз повторюсь, что вот есть верующие, есть веруны. Есть верующие, для которых вера, религия связано с установкой на активное делание добра, на жизни для других,
и на неком даже самоотречении. И есть веруны, которые используют веру в своих эгоистичных целях для того, чтобы лучше устроиться в этой жизни, обогатиться. И всегда, когда я говорю о религиозных людях или думаю о них, я подразумеваю вот таких истинно верующих, очень тонкий слой, и основной слой, толстый слой верунов.